Вот оно какое наше лето. Солнечное, теплое. И кто не понял ужаса холодов, не поймет и прелести лета. А еще год от года лето в Магнитогорске краше становится. От тепла и заботы людей, организующих досуг на высшем уровне. Отдых каждый день. Самое забавное, что прежние попытки приводили к формированию досуговых центров либо неподъемных в смысле дорогих, в смысле развлечений на дискотеке, либо это были дешевые и никакие пиворазливные палатки. Кстати, помнится, ни одно заведение подобного рода не устраивало праздник детства на День защиты детей, а кафе «Салтан» третий год угощает сладостями, соком, горячим и дарит подарки. Вы сюда приходите? Да, в том году приходили, только не в этом, они там были. Нам шарики подарили, машинки подарили. А сегодня что-нибудь подарили? Еще нет, не успели. То есть, вот шашлычок вы, по-моему, зря заказали, потому что вы знаете, что сегодня бесплатно? Сок, шоколадка, котлетка и пюре. Мы этого не знали, ну что ж, теперь уже поели. Ну а когда опустили детские площадки, порадовало то, что здесь дети с родителями бесились и веселились аж до того времени, когда прозвучала команда «Быстро в койку». А это случилось аж в 10 часов вечера. Но это было, естественно, позже. А пока... Что вам сегодня подарил кафе «Салтан»? Что тебе подарил кафе «Салтан»? Что тебе подарили? Шарик подарили, да? Шоколад, кусок подарили, да? Да. И пока счастливые мамы, папы и бабушки с детьми развлекались и наслаждались тенечком и прохладой фонтана с карпами, мы были приглашены к кудеснику из Узбекистана, ранее удивлявшему Челябинск. Вот так сегодня готовится лагман. Это лапша ручного приготовления. И вот так надо любить творить блюда, которые вы вряд ли попробуете даже в самом дорогом ресторане. Сегодня и сейчас кафе «Салтан» делает ресторанное меню. По цене доступное и бюджетнику, и пенсионеру. И еще раз напомним, кафе «Салтан» – это самое демократичное и самое веселое место отдыха в городе. Теперь манты. Плотное тесто выкатываем в упругие лепешки. Такие не разварятся на пару и не протекут. И рубленное достаточно весомыми кусками баранина. Все это вручную собирается, дальше в мантоварку, дальше на стол. И пока вы догадываетесь, что последует далее, сообщу. С сегодняшнего дня еще и шаурма от кафе «Салтан» – это лучшая шаурма города. Мясо и салат для которой собирается по оригинальному рецепту. Создание телевизионных передач – это действительно очень опасная процедура. Потому что, видя, как все это готовится, можно просто от голода сдохнуть. Но теперь надо попробовать. Что такое лагман от кафе «Салтан», что такое манты, а про это потом. Итак, что касается лагмана. Честно говоря, сам пытался его сделать неоднократно. Но вы видели технологию, да? Лапшу так сделать, ну просто нереально. Так. Да. А для того, чтобы собрать воедино цветную капусту, перчик, потом фасоль. Это надо огромный талант иметь. При этом еще и с морковкой. Вот. Сейчас лапшу. Это, конечно, не... Мучная лапша. Бесподобно. Наворачивал бы. Кстати, это реальная пища на каждый день. Приходите, выбирайте в меню настоящий лагман, простите. И благодаря привлеченному с Узбекистана повару, кафе «Салтан» сейчас выходит на новый виток. А я выйду на новый виток поедания мантов из баранины. Как вы видели, все делают своими руками. Тесто катается здесь же. То есть исключительная вкуснятка. Крупно нарезанные, нарубленные куски баранины. Ничего подобного 100% нету в тех полуфабрикатах, которые в большинстве представлены. Поэтому за настоящими мантами. Крови сочными. Приезжайте сюда.
Сейчас. Ночую здесь же. Хотя, если честно, в исключительных случаях дискотеки здесь устраиваю я лично. И кручу именно свою музыку. При этом вход бесплатно. Вот. А на сэкономленные деньги, ну, согласитесь, тут центров много развлекательных. Вот. А за вход там все денежки просят. Естественно, дресс-код там. Какой нафиг дресс-код? Люди пришли отдыхать. Можно здесь отдыхать? В кафе Салтан. Вот это что такое? Вот это самса. Да, Папасямона, это самса. Не надо делать удивленные глаза. Не вот это исплющенное что-то. Я готов. Видите? Не толстый-толстый слой теста, а тоненький. Да, и баранина на ножке. Вот это самса так самса. Да. Extremely cool. Кафе Салтан. Ну а теперь гуляем на разгуляй-шоу. Мощная акустика, отличный репертуар и отрываемся, не платя за вход. Мало того, если есть желание, можно и, собственно, дискотеку заказать. Сегодня, сейчас, завтра, через месяц и через год правила кафе «Салтан» не изменятся. Платить лишнего, думать, что вас обсчитают, обвешат, не надо. Вы отдыхаете, ни о чем не заботясь. И отдыхаете по принципам, известным всем цивилизованным государствам. Отдыхаете с благодарностью. А если от благодарности останутся еще и чаевые, то отдых удался.